Всем привет, это интернет-магазин «Ура де Твора». Сегодня я хочу вам рассказать про зимнюю парку Густи. Это одна из моделей, которые представлены на нашем сайте, также есть другие варианты. Модель выполнена в синем цвете из прочной ткани с мембранным покрытием 8000. Это достаточно высокий уровень. Мембрана препятствует попаданию влаги и ветра внутрь, при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. То есть ребенок не потеет во время активной носки. Утеплитель здесь 283 грамма, Тэч Полифил. Он поддерживает комфортную температуру до минус 30 градусов без дополнительных слоев. К особенностям изделия можно отнести рукава на липучках, то есть можно их зафиксировать по ширине. На внешней части расположено 4 кармашка. Дополнительный кармашек есть на одном из рукавов, он на молнии. По всей длине молнии расположена широкая ветрозащитная планка, она застегивается на липучке, дополнительно есть защита от зажимов кожи на уровне шеи. Капюшон съемный, присоединяется на кнопочке, внутри капюшона расположен флисовый подклад и ветрозащитная шторка. Также есть липучка сзади для регулировки глубины и светоотражающие канты. Также на поверхности есть другие светоотражающие элементы в соответствии с международными стандартами. Внутри изделия расположен мягкий флисовый подклад, он дает дополнительное утепление. Идет по спинке, спереди, по нижней части в рукавах, используется скользящая ткань тафеты, это сделано для удобства и быстроты переодевания. На уровне талии расположена резиночка со стопером, чтобы модель хорошо сидела на детках разной комплекции. Посмотреть все актуальное наличие канадского бренда Густи можно на нашем сайте, ссылка будет под этим видео.